Нефтедоллары текут рекой. Взятки решают все. У власти дряхлеющий лидер. Этот фильм показывали сотни раз, но сейчас вы впервые увидите его таким. Меня зовут Филипп Дзитко, я главный редактор просветительского проекта «Арзамас Академи». Здесь, на ТВ-3, мы заново смотрим самые известные фильмы и обсуждаем их с учеными, исследователями и экспертами. Одни говорят, 70-е – это стабильность. И жили хорошо, и о будущем не волновались. Другие возражают, 70-е – удушливый застой. Недавно человек покорял космос, а теперь и на Земле жизнь остановилась. Так и в фильме «Гараж». Кажется, счастливые же люди. Войны нет, голода тоже, у всех приличная работа, квартира, дача, машина. И это навсегда. Но что это за жизнь, если люди так ругаются из-за какого-то гаража? Если покупка ветчины и курицы считается подвигом? И главное, если через 5 лет от этой стабильности не останется следа, а еще через 5 лет сама страна исчезнет. «Гараж» — это история наступившего счастья и близкого краха. Чтобы поговорить о фильме «Гараж», мы пригласили литературоведа, главного редактора «Нового литературного обозрения» Ирину Прохорову. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Дмитриевна, скажите, о чем фильм «Гараж»? Это комедия положений, это критика советского строя? Я могла это характеризовать как сатирическая комедия или социальная комедия. Один из наиболее удачных и интересных жанров советского периода. Но дело в том, что в тоталитарных режимах любой намек на сатиру всегда воспринимался властью как угроза строю. В этом смысле фильм «Гараж», конечно, был наиболее острым фильмом Эльдара Рязанова. И это было даже удивительно, потому что я помню, как люди говорили, ну ничего себе, какой фильм и как его допустили. Члены гаражно-строительного кооператива «Фауна» пытаются решить, кого из пайщиков лишить вожделенного места. Почему Гуськов? Я так и знала. Понимаете? Все! Помимо сотрудников НИИ, в их числе оказались директор рынка, сын большого начальника, дипломат, полковник и музыкант. В основе сюжета – реальное заседание кооператива «Мосфильма», в котором участвовал сам Эльдар Рязанов. Смелее, смелее! Не стесняйтесь, пожалуйста! Режиссер снимал «Гараж» уже в статусе классика. К этому времени вышли и «Берегись автомобиля», и «Ирония судьбы», и «Служебный роман». Понимаете, эпоха 70-х и начало 80-х, она самая парадоксальная. С одной стороны, если мы посмотрим на советскую цивилизацию, то, пожалуй, это десятилетие было самое сытное, да? Ну, мы бы сейчас сказали, тучные годы. По сравнению с предыдущими периодами там, безумного голода настоящего, тотального дефицита военного, послевоенного. В данном случае 70-е остались в памяти людей как относительной сытости. Проблема в том, что все это было на уровне шуток и намеков, но сейчас очень трудно объяснить людям вот эту систему ежедневного, каждодневного унижения. Когда вся ваша жизнь проходила в этой самой борьбе. Один 7-летний мальчик написал стихотворение такое: «У верблюда 2 горба, потому что жизнь – борьба». Причем за то, что мы сейчас вообще забыли, что это такое. Давайте посмотрим, как Рязанов показывает это. Представляете, я достала курицу, живого карпа и ветчину. Я понимаю, что курица – это очень важно, но я прошу тишины. Извините, но все-таки... У этой героини, кажется, даже нету имени в фильме. Она так и проходит там, героиня, как женщина с курицей. Слово «достать», слово того времени, да? Я думаю, что здесь требовалось бы очень много рассказов, каким образом люди вот доставали путем отчаянного от всего на свете. От продуктов, я не знаю, средств гигиены до каких-то, я не знаю, выбить квартиру, дополнительную комнату. В общем, все на свете добывалось с боем. Просто сейчас пойти мне... в магазин, взять и купить невозможно. Курицу. Я помню, что там, скажем, если ты вечером выходил с работы, уже
уже к концу 70-х, начало 80-х, и хлеба можно было не купить, уже он заканчивался или был такой черствый, что, в общем, не очень непонятно было, что с ним делать. Почему это? Существует же замечательный такой апокриф, что якобы Леонид Ильич Брежнев вместе со своими бывшими однополчанами пошел в баню. И там они парились, выпивали, и кто-то из его бывших, так сказать, однополчан спросил: Леонид Ильич, ну, Леня, ну вот скажи, пожалуйста, ну что ж такое? Ну, страна наша там великая, обильная, и столько всего есть и так далее, а мы такие бедные. На что якобы Леонид Ильич сказал: не ищи логики. Вот я думаю, что это точный момент понимания, что колоссальные ресурсы, человеческий потенциал, да, и совершенно ничего не работало, и в такой богатой и угодьями, и чем угодно стране был постоянный дефицит. Да вы что, спите? Как же можно меня выгонять? Я за машину родину продал. Что? Слово «достать», слово «дефицит». Какие еще слова? Колбасные электрички? Ну да, это же была такая, да, загадка, что такое длинное зеленое пахнет колбасой. Это электричка Москва-Ярославль. Да? Все прекрасно понимали, что это несчастные люди из Ярославля закупили в Москве колбасу и вообще все, что можно было мясного, и едут обратно. То есть в провинции еще хуже было? В провинции было несказанно хуже. Просто, скажем, мы долгое время жили около платформы Маленковской. Да? Это Москва, но вот да, проходили электрички. И это была известная история, когда там моя соседка мне звонила и говорила: срочно, срочно бежим. А у нас в доме был магазин внизу. Срочно бежим в магазин, подъехал ярославский автобус якобы туристами. Да? Сейчас все скупят. То есть бедные люди под видом туристов приезжали в Москву, вот бегали по всей Москве, покупали продукты и там все прочие товары. И я говорю, да, потому что, в общем, достать во многих городах, условно говоря, мясо и вообще массу элементарных вещей невозможно. Получается, что вот этот дефицит и все слова, которые с ним связаны, они делают так, что даже те, кто могут поехать за границу, едут не за приключениями, новыми впечатлениями, мир посмотреть, а чтобы что-то привезти тоже. Жена Гуськова, вы успокойтесь, сядьте, не мешайте вести собрание. Что касается Парижа, то в соответствующих сферах было решено, что еду именно я. Во-первых, я доктор наук, потом мои труды по орнитологии переведены на французский. Я очень хотела, чтобы поехал Гуськов. Тоже. Очень. Но насчет шмоток... Я лично все деньги потратила на научные книги. Да! А кассетный магнитофон кто привез? Вы его видели? Видела. Вы его слышали? Слышала. Вы его включали? Да. Твои мысли интересные. С одной стороны, все советское время ругали Запад, но у нас сейчас тоже начали это ругать. С другой стороны, высшей формы награды лояльному человеку – это была поездка за границу. И вот здесь это очень хорошо видно. Более того, я очень хорошо знаю ситуацию, когда вот творческие люди реально писали статьи, и писали статьи часто для начальства, им не разрешали защищаться, пока они для начальства не сделают диссертацию. Это было сплошь и рядом, о чем у нас не принято говорить. Но при этом, да, скульпторы делали скульптуры, а чиновники возили эти скульптуры на выставки и за этих же там художников и скульпторы получали награды. А, то есть это реплика героини Немоляевой? Это абсолютно точная система, что ездили не те, кто творили, а вот самое начальство. Это тоже вот интересно. Научные книги, они же магнитофон. Как это вообще произошло и что такое дефицит 70-х, что такое плановая экономика, мы попросили рассказать профессора Российской экономической школы Андрея Маркевича. Теоретически можно представить ситуацию в плановой экономике, когда нет дефицита. Когда вот этот самый госплан или центральный орган или плановик точно знает спрос при каждой цене, планирует предложение, все работает как часы. Теоретически такую ситуацию представить можно. На практике ее очень сложно достичь по многим причинам. Во-первых, очень сложно посчитать, потому что вы должны учесть интересы миллионов людей, миллионов домохозяйств. Какой спрос они предъявят, на какие товары, знать их предпочтения. Потому что ошибка в одном товаре, допустим, у вас дефицит где-то возник, остался неудовлетворенный спрос, там, я не знаю, на мясо, предположим. Тогда сразу потребитель говорит: ну окей, ладно, мяса нет, давайте рыбы. А вы рыбу запланировали уже в другом объеме. Поэтому при том объеме технологий и при том объеме знаний, которые были у центра госплана,
решить вот эту задачку со множеством неизвестных на практике оказывалось нереально. Есть некоторое количество товаров, цены на которые были зафиксированы, и повышать их было нельзя по политическим причинам. Я не знаю, есть известная история про Косыгина и Байбакова. Косыгин – это, соответственно, советский премьер-министр, Байбаков – председатель Госплана. Председатель Госплана приходит к премьер-министру и говорит: «Слушай, вот наш выпуск хлеба, вот то, что мы можем закупить за границей за всю ту же нефть. Видишь дырочку? Не сходится. Надо бы цены поднять на хлеб, тогда, соответственно, проблема будет решена». Ответ был «нет». Что как угодно крутимся, жертвуем чем-то другим, закупаем больше хлеба, но цены на хлеб трогать нельзя, поскольку это политический часть контракта, широко, если думать, между обществом и властью. И не последняя причина заключалась в том, что была вот апелляция к временам позднего Сталина, когда цены каждый год снижались. Поэтому, когда Косыгину предлагали в 70-е годы хлеб поднять, он говорит: «Ну что, вы с ума сошли? Все же помнят, как это как должно быть, а вы хотите, чтобы я сделал вот это». С ней надо было что-то делать. Это было более-менее понятно всем. Пробовали разные люди. Пробовал Хрущев с его реформой совнархозов. Это 1957 год. Пробовал Брежнев с Косыгиным, с Косыгинской реформой. Это 1965 год. Результаты были не очень удовлетворительные или просто неудовлетворительные. А дальше появилась нефть, которая сказала, что все, морозим все реформы. Можно было ничего не делать, просто ее перераспределять и все проблемы заливать нефтяными деньгами. На нефтяную иглу наша экономика села именно тогда. В 73-м, после очередной войны на Ближнем Востоке, цена за баррель подскакивает в 4 раза. В Америке на бензоколонках выстраиваются очереди, а в Союз приходит благополучная жизнь. Пока из-за границы текут нефтедоллары, на проблемы внутри можно закрыть глаза. Колхозы не способны прокормить страну? Ничего, будем покупать зерно у врагов американцев. Импорт начался еще при Хрущеве и до самой перестройки только рос. Денег хватает даже на то, чтобы подкармливать африканских диктаторов. Автомат Калашникова до сих пор на флаге Мозамбика. При этом советские заводы и фабрики не справляются с самым обычным. В дефиците даже туалетная бумага. Трагедия целого поколения. В 60-е они мечтали жить при коммунизме. Теперь мечтают о ГДРовской стенке и чешском хрустале. К чему приводит ситуация, когда нормой становится дефицит? В гараже очень здорово показано. Кому пятерку, кому десятку, кому французские духи, кому конфеты. К чему приводит ситуация, когда нормой становится дефицит? В гараже очень здорово показано. Давайте посмотрим еще один фрагмент. Сколько же мы для вас сделали, боже мой! По скольким кабинетам мы ходили, скольких людей уламывали. Сколько унижений испытали, сколько нервов, крови и здоровья мы потратили. Когда цемента не было, всю бригаду в Большой театр на Жизель водили. По счастью, дирижера Такса в это время страдал стригущим лишаем. Даже закон нарушали иногда. Кому пятерку, кому десятку, кому французские духи, кому конфеты. И все для общего блага. Очень характерная фраза. Даже закон нарушали иногда, сказано с советского экрана. То есть вот эти неформальные отношения, вокруг которых строится вся жизнь, они совершенно не скрываются. Конечно, потому что вся система жизни, экономики была абсолютно, вот, да, простите, за тавтологию, нежизнеспособна. Понятно, что попытка наладить какое-то нормальное взаимодействие порождала эту серую зону взаимоотношений. Сейчас мы привыкли к таким новостям. При обыске у чиновника нашли 3 «Мерседеса», «БМВ» и чемодан наличных. Но конкретно это про брежневского министра внутренних дел Николая Щелокова. Коррупция пронизывает советское общество, потому что иначе никак. Вот представьте, вы захотели купить новенький, нет, не «Мерседес», какой-нибудь «Москвич». Деньги есть, но просто снять их со сберкнижки и пойти в автосалон нельзя. Вместо этого надо встать в очередь и провести в ожидании несколько лет. Так устроена советская плановая экономика. Хотите быстрее? Для этого придется найти человека, который достанет машину в обход, сразу с конвейера. А потом его отблагодарить.
И жить по этим правилам приходится всем. Вспомните, сколько лет мы мыкались. Вы так об этом говорите, будто наш гараж какое-то левое строительство. А я во всем и везде привык идти законным путем. Законным путем идти можно, дойти трудно. Ситуация, когда все происходило в серой зоне, и сколько ни боролись с этой серой зоной, она всегда существовала, потому что иначе просто это государство не могло существовать, это была норма. Вот эта идея «ты мне, я тебе» — это была система выживания, потому что иначе просто все рушилось. Теперь, когда мы бесконечно боремся с коррупцией, не будем забывать, что это нам наследие осталось из тех времен. Это было абсолютно неизбежное порождение той системы жизни и управления, которая тогда существовала. По имеющимся у меня сведениям, в списке пайщиков появился какой-то там Милосердов. Но никакого Милосердова мы на собрание не принимали. Как вы смеете называть товарища Милосердова? Какой-то и никакой. Товарищи, я даю уважаемому собранию справку. Правление действительно кооптировало в члены гаражно-строительного кооператива сына товарища Милосердова. Мы не сомневались и не сомневаемся, что по этому поводу не может возникнуть никаких возражений. Видно, Милосердов необходимый человек в таком сообществе. Да, это часть этого механизма. Он поможет достать что-то. Мы при этом не знаем, кто он. То ли партийный чиновник, то ли какой-то... Какой-то высокий чин, наверняка связанный, конечно, партийно обязательно, раз он... Сам товарищ Милосердов, мы не знаем, кто занимает должность, но он точно член партии, по-другому это быть не может. Да, это была печальная система, где без таких смазочных механизмов вообще ничего не работало. В 70-м году в советском самиздате появилась книга под названием «Номенклатура». Ее автор – историк, дважды доктор наук Михаил Васленский. По работе он обличал западный империализм в Академии наук, а на досуге размышлял о том, как советские ответственные работники превратились в особый привилегированный класс. Привилегии заключались в доступе к товарам и услугам, который простым гражданам был закрыт. 200-я секция ГУМа, где одевались члены Политбюро и их семьи. Магазины «Березка», где за валюту можно было купить дефицитные товары и импортную технику. Лучшие больницы и санатории. И, наконец, гораздо более свободный выезд за рубеж. По оценкам Михаила Васленского, к классу номенклатуры относились более 3 миллионов человек. При этом жизнь номенклатуры, казалось бы, которая должна быть скрыта от глаз простых смертных, про нее все более-менее понимают. Вот в том же гараже все как-то предполагают, что такое жизнь в семье Милосердовых. Ну, давайте хоть познакомимся перед смертью. А, про вас все ясно. Закончили институт международных отношений. Вы мне льстите. Ну, восточных языков. А опять промахнулись. Ну, я не знаю, кинематографии, что ли. Ну, вы идете по стандарту, раз сын Милосердова знает что-то очень модное. Неужели вы слесарь? Нет, это чересчур. Я археолог. Кстати, это интересный персонаж. Очень. Потому что, в принципе, это вполне приличный молодой человек, который все понимает, при этом может быть и талантливый, и вполне честный. Но как бы вот этот ореол номенклатуры и связанные с ним целые определенные, так сказать, представления довольно правильные. МГИМО, вот что такое МГИМО? Ну, институт международных отношений. Это было известно, что особенно там были разные факультеты, да, но вот самые престижные, это как раз были связаны с зарубежными, особенно с капиталистическими странами, идеал советского человека. Конечно, туда попадали дети самых высоких чиновников. Простому смертному, пусть он 7 пядей во лбу, было почти невозможно пройти. Были исключения, но тем не менее, это была ясно такая синекура, система привилегированного общества, скажем так, псевдоаристократии, которая получала по факту рождения, фактически, доступ вот к такому, к лучшему образованию, к лучшему питанию и так далее, Ну да, я об этом говорила, что это некоторое такое позднефеодальное общество, где если вы родились в привилегированной семье, вы имели привилегированный статус и доступ к скудным ресурсам. Есть при этом и другой тип успешных людей, другой тип номенклатуры. Это, и он тоже в гараже нам показывается. Давайте посмотрим. Товарищи, я согласна с общим мнением, что мы должны исключить так называемых блатных. Но я не согласна с формулировкой, товарищи. Это не блатные, это полезные люди. Что такое Кушакова? Не просто директор рынка. Кушакова – это бетон, Кушакова – это железные ворота, Кушакова – это бульдозер. Кушакова – это бульдозер. Бульдозер – это хорошо. Другой тип блатных – директор рынка.
очень полезный человек в таком коллективе, вообще в советском. Но, разумеется, и директор рынка, и, кстати, мне кажется, здесь хорошо представлен, это красивая холеная женщина, и, значит, которая, естественно, обладает колоссальным ресурсом знакомств. Но любопытно, что она здесь какой-то самый неприятный персонаж. Да, и, к Милосердову ты вроде бы даже испытываешь какую-то симпатию. Вот, мне кажется, это тоже ведь стереотип советского общества, где людям, связанным с торговлей, предпринимательством, индивидуально было отношение крайне отрицательное. Потому что не факт, что она должна была быть такой хамкой. Почему мы так решили? Почему не сын Милосердного и мог сидеть с наглой рожей, сытой, да, что часто бывало детей вот таких родителей? А здесь, мне кажется, вот этот предрассудок, он и сыграл свою роль, мне кажется, в 90-х и 2000-х. Идея общества, где инициатива, предпринимательство как суть, отрицается. Пожалуйста, делайте из меня мясной ряд. Почем же вы будете брать за кило, не знаете? Я вам скажу. Вот эта вот часть, вот эта вот, называется голяшка. Здесь не дороже 3 рублей. Идет только на студень. Дальше... Я знаю. Вы не знаете. Это огузок. Огузок. Здесь вы можете взять и по 4 рубля. Идет и на первое, и на второе. Вот дальше вы знаете. Ну, кстати, в начале 90-х годов, когда началось действительно вот развитие, там, не знаю, кафе, ресторанов, вообще магазинов, все прочее, ведь были такие таблички, я хорошо это помню, там, требуется продавец без опыта советской торговли. Серьезно? Совершенно точно. Потому что, опять же, советская торговля, но я имею в виду, вы приходили в магазин и что покупали? Сметану, разбавленную водой. То есть вот это постоянное там обвешивание, да, что вы там просите... Это отдельный опыт, и он уже не нужен. 100 грамм колбасы вам обязательно что-нибудь не довесят, 10 грамм и так далее. То есть в каком-то смысле, понятно, почему этот персонаж возник, это тоже развращенная среда. Ну ничего, товарищ Аникеева, мы с вами еще... посчитаемся. Мне с вами считать нечего. Так ли уж нечего? А вот когда у вас якобы не хватало денег на покупку «Жигулей», и вы у меня это заняли 1500. Боже, какая гадость! Какая гнусная, дешевая месть! Не такая уж она дешевая. Я вот зря с вас расписку не взяла. Ну что? Вообще мы знаем, что в первооснове гаража лежит реальное собрание кооператива Мосфильма, гаражного кооператива, в котором Рязанов принимал участие. Он все перенес в вымышленную организацию, вымышленный НИИ, охраны животных от окружающей среды. Вот хочется немножко поговорить про вот эту отдельную страту, отдельную среду, научные сотрудники, физики, не лирики. Ну, понимаете, все люди жили в этом контексте, и, к сожалению, приходилось играть во все эти игры. Но когда я в свое время, еще в юности, смотрела этот фильм, я, может быть, не могла это сформулировать, но ведь все-таки НИИ были рассадниками свободомыслия. Мне кажется, что какой-то намек, то, что вот такое собрание могло произойти именно в такой среде, где люди перестают подчиняться слепо, они пытаются как-то достичь какой-то справедливости, бороться с этим чудовищным коррупционным механизмом, несомненно, это очень характерно, что это люди интеллигентных профессий. Мы знаем, что основным, так сказать, социальным слоем, двигателем перестройки, это все-таки была, прежде всего, научно-техническая интеллигенция, но интеллигенция в целом. Мы знаем, что основным, так сказать, социальным слоем, двигателем перестройки, это все-таки была, прежде всего, научно-техническая интеллигенция, но интеллигенция в целом. Вот о нравах этого сообщества и о том, что такое НИИ советское, чуть подробнее мы попросили рассказать культуролога Илью Кукулина. Советские НИИ создавались в 30-е годы как своего рода think tanks для решения сложных задач и в то же время для того, чтобы ученые, получившие образование в дореволюционное буржуазное время, они, чтобы не оказывали вредного влияния на молодежь в университете. И потом они фактически были возрождены на новых началах в 50-е и 60-е годы, когда стало понятно, что дальнейшее соревнование Советского Союза с Западом военно-техническое может быть осуществлено только с разработкой высоких технологий. Но к моменту, когда происходит действие фильма «Гараж»,
происходит рутинизация, как говорил социолог Макс Вебер, повседневной советской жизни, очень большое затухание практически до нуля любых прогрессистских утопий, и они очень часто превращались в такие места, где умные и образованные люди в основном занимались своими делами, обсуждали интеллектуальные вопросы, читали умные книжки, иногда запрещенные, но также и немножко занимались какими-то научными проблемами. Насколько я понимаю, в НИИ было престижно работать в 50-е и 60-е годы, когда вообще в советской культуре распространился культ науки, и когда Борис Слуцкий писал что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Но в 70-е годы это считалось просто приличной непыльной работой. И поэтому кто попадался в НИИ, энтузиасты, которые двигали науку и технику не только советскую, но и на международном уровне, или люди, которые, как говорили, тогда просиживали штаны, это могло оказаться абсолютно что угодно в любом институте, и могло это быть в соседних секторах. Были институты, в которые брали людей с подмоченной политической анкетой. То есть те люди, которые там были пойманы на распространении самоиздатских собственных произведений. Там люди, которые подписывали письма в защиту арестованных диссидентов. Некоторых из них выдавливали в эмиграцию, а некоторых брали на работу в такие институты, которые были таким заповедником инакомыслящих, чтобы их туда собирали, чтобы их можно было легче контролировать по указанию КГБ. Это в Москве это были, например, два института – «Информэлектро» и «Венети». Были институты, которые находились в привилегированном положении, куда тоже брали не абы кого, но уже в другом смысле. То есть институты, в которых брали особенно проверенных товарищей. Например, лаборатория, которая обеспечивала, да и до сих пор обеспечивает, сохранность тела Ленина в Мавзолее. В московской среде биологов она заглазно называлась «Не гроб». И было известно, что лаборатории выписывают абсолютно любые реактивы, абсолютно любое оборудование. Поэтому, если у тебя был знакомый в ней гроб, и ты работал сам в другой биологической лаборатории, жизнь твоя была легка и приятна. Нужно было просто договориться, чтобы они там провели по фондам какие-то бутылочки, скляночки, колбочки с какими-то необходимыми тебе веществами, и ты получал то, что тебе было нужно. Мы говорим про сословное общество советское, про разные страты. И важно упомянуть еще одну важную группу – это ветераны. В гараже они, конечно же, тоже присутствуют. Давайте посмотрим. К примеру, вы вычеркнули Александр Григорьевич. Ясное дело, человек вышел на пенсию и списали человека. А то, что он 30 лет в нашем институте отышачил. Отработал. Отработал. То, что он всю войну разведчиком прошел, два ордена славы, медаль за взятие Берлина. Это, конечно, значения не имеет. Дальше выясняется, что это имеет огромное значение. И статус ветерана все меняет. На самом деле здесь же ведь происходит интересное, такое, если мы уже говорим о языке, который выдает. Ведь изначально, да, это фронтовики, был разговор о фронтовиках, те люди, которые действительно воевали. Потом появилось слово «ветераны», и представление людей, которые к этой категории примыкают, оно сильно расширилось. Туда уже записывалось много людей, ну, которые так или иначе, там, не знаю. Работники тыла. Работники тыла, неважно. В данном случае я даже не хочу это обсуждать, потому что все люди, пережившие войну, в данном случае достойны уважения. Да. Это было чудовищное испытание. Но вот в этом обществе привилегий, да, ветеранам предоставлен был ряд привилегий. Там, и при получении квартир, и первые, так сказать, они могли быть одни из первых получения машины. Много таких, такие-то пайки ветеранские, которые были лучше, чем обычные пайки. Это тоже надо рассказывать, наверное, молодым людям, потому что к праздникам, поскольку трудно было достать продукты, обычно на предприятии
предприятии, значит, можно было купить вот эти самые, набор каких-то продуктов важнейших, там, я не знаю, банку шпрот или крабов, чтобы можно было делать салаты, там, гречку и так далее. И так ну, далее. Надо было в очереди постоять, чтобы... Чтобы не стоять в очереди, да, ну, вот такие пайки, и чем лучше были пайки, тем престижнее было понятно, что то заведение, в котором ты работаешь. Но вот эта ситуация тоже характерная, что надо было человеку признаться в том, что и трясти медалями для того, чтобы его просто не выбросили из списка. А тот факт, что он доблестно там 30 лет работал на предприятии, было недостаточным поводом. Александр Григорьевич, миленький, ну почему же вы нам ничего не сказали о своем славном военном прошлом? Ну почему? Да какое имеет значение это военное прошлое для получения гаража? Ну как же? Стой! Товарищи, у нас тут страшная недоработка, просто страшно! И здесь возникает вот такая чудовищная этическая коллизия, когда фактически человеку приходилось, как сейчас бы сказали, пиариться на горе. Да, простите за эту чудовищную цитату, которая принадлежит не самому достойному человеку. Но тем не менее, вот и это во многом тоже ставило людей, прошедших войну, в ужасное положение. Поэтому этот намек, я думаю, в связи с ветераном, понимали очень многие, потому что в 70-х годах все-таки это поколение еще было живо. И, по крайней мере, было живо их дети, дети войны. Мои родители были дети войны, которые, конечно, может быть, не видели такого ужаса, они еще не воевали, но все вокруг было тоже чудовищно. Поэтому это была живая память о войне, которая, конечно, даже для таких чиновников прожженных, это не была абстрактная идея, это все-таки был почти живой человеческий опыт. А на этом фоне еще развивается история с Леонидом Ильичем Брежневым, да, орденоносцем бесконечных орденов. Это тоже в каком-то смысле девальвация представления о победе. В 1978 году Брежнев получает орден Победы. До этого кавалеров было всего 16. Это главные полководцы Второй мировой войны. Сталин, Жуков, Василевский, Тимошенко. Награждение Брежнева не соответствует критериям ордена. И его в конце концов отменят, но уже при Горбачеве. А еще к 1978 году Брежнев уже маршал и дважды Герой Советского Союза. На свой день рождения он получает третьего Героя Советского Союза и 7-й орден Ленина, а потом еще будет 8-й орден. Вы говорили о том, как в бытовом смысле слова жил советский человек конца 70-х, 80-х годов, а в смысле содержательном. Как человек понимает себя, как он живет в этой системе, которая кажется насквозь лживой и прогнившей? Ну, здесь трудно говорить о человеке 70-х вообще, потому что все-таки это были разные обстоятельства. И если в крупных городах, там, Москве и Петербурге, это двоемыслие было очевидным, да, и плохо скрываемым, то, например, в других городах я много беседовала с людьми, там вполне люди себе без особого двоемыслия вполне еще жили в системе советских, так сказать, координат, не очень даже на эту тему рефлексируя. Но если все-таки мы, это двоемыслие, недаром это слово появляется, мне кажется, что это вообще сложный процесс и очень неоднозначный. И, в общем, двоемыслие, оно все-таки рождает в итоге цинизм, который очень непродуктивен. И я боюсь, что это тяжкое наследие особенно проявилось уже в постсоветское время, из-за чего, мне кажется, очень многие и вещи, и реформы, и отношения к жизни как бы не реализовались, ровно потому, что вот это была закваска делить мир на какой-то внешний, настоящий, под которым, по отношению к которому можно быть абсолютно безответственным. И имеется в виду, вот как бы вся социальная жизнь, если мы огрубляем ситуацию, да, она была вот ненужная, ложная, и в ней не надо было участвовать. То есть твое и не твое, то есть совершенно к тебе. Верно. Только сейчас, может быть, преодолевается идея о том, что, скажем, общественная жизнь, общественное пространство – это все не наше, с большими трудами, но, тем не менее, мы видим, как люди пытаются там обустроить свои дворы, бороться со свалками, вообще как бы облагородить, вот, очеловечить это пространство свое, да, своей жизни. И я думаю, что это очень серьезные фундаментальные изменения. Мы попросили рассказать о двоемыслии эпохи застоя руководителя образовательных программ «Мемориала» Ирину Щербакову. Термин «двоемыслие» появился в романе Оруэлла «1984», написанном в конце 40-х годов. И в советский обиход
этот термин, это слово входит лишь в конце 60-х, когда становится в самиздате доступен роман Оруэлла. Что означает этот термин? Он означает способность человека в каждый данный момент говорить то и думать, а самое главное, и стараться думать ровно то, чего хочет от него в данный момент власть или господствующая идеология. Кстати, в народе не говорили двоемыслие, но, например, говорили такие вещи. Но он всегда колебался вместе с линией партии. Значит, что означало, что человек в каждый вот в этот момент готов отрицать то, что он на самом деле прекрасно знает. Например, только что нарком Ежов был великим, так сказать, наркомом. И не прошло и нескольких месяцев, как он был объявлен агентом, шпионом, расстрелян и проклят. И человек так в этот момент абсолютно как бы естественным образом говорит: «Да, да, конечно, конечно, я всегда это знал». На самом деле гораздо более важным в этот момент было другое слово и более, на самом деле, употребительно, хоть и в узких кругах, инакомыслие. В двоемыслии человек постоянно убеждает себя в том, а иначе не получится, иначе не возникает этого мысли, что вот это ровно так. Вот как герой оруэлловский, который работает в Министерстве правды и постоянно занят тем, что он прошлое искажает, его переписывает, выбрасывает, так сказать, факты, вписывает новые, вписывает совершенно другие. И вот он должен в это верить. Хотя бы какой-то частью своей головы, какой-то частью своего мозга. Да? А что касается инакомыслия, то это совсем уже другое, это другая эпоха, другое время. Это когда люди считают, что нет, они думают по-другому, чем им внушает пропаганда, чем им, так сказать, диктует идеология. Официальная картина мира была уже достаточно плоской в конце 70-х годов, советская официальная картина мира. Она заключалась в том, что вот есть огромный СССР, огромная страна, что в нем есть разные республики. Людям все время обещали, что вот-вот наступит некоторое процветание, благополучие, что у нас справедливое, что очень важно, что у нас справедливое общество, что на самом деле, если мы построили социализм, то у нас каждому по труду полагается вознаграждение и так далее, и так далее. Но на самом деле этого никогда не было вот с момента основания советского государства. Никогда. У нас реальной социальной справедливости в этом смысле не было. А уж в конце 70-х, в начале 80-х люди прекрасно понимали и знали, что никакой справедливости нет. И, может быть, важный вывод из фильма «Гараж» заключается вот в чем. Несмотря на то, что речь идет об очень мелком, таком, совсем не духовном каком-то таком факте, Рязанов все-таки показывает, что если люди хотят добиться хоть какой-то справедливости, они должны организоваться. И в этом был некоторый прогноз на будущее. Интересно, что в «Гараже» есть один персонаж, который, кажется, довольно успешно преодолел вот это самое двоемыслие. Это Карпухин, герой Вячеслава Невинного. Вот как он об этом говорит. Наше правление. Мне нравится руководство нашего института. Потому что я против анархии. Я за порядок и дисциплину. Я из большинства. На таких, как я, все держится. Это человек из большинства. У него идея заставить обезьян собирать кедровые шишки в Сибири. Очень интересная мысль, да, прекрасная, оригинальная, да. До сих пор актуальная, да, на самом деле. Подобные предложения мы постоянно слышим. Да, совершенно верно. Так, это очень узнаваемый типаж. Все святые не с нами, знаете. Да. Вот если один из главных героев Смирновский, о котором мы сейчас поговорим, человек рефлексирующий, этот человек, кажется, совершенно лишен любой рефлексии. Я думаю, что насколько он любит наше руководство, тут можно сомневаться. Он очень слишком страстен для этого. Но проговаривание вот этой, что я за порядок, при всей этой, значит, вот неприятной ситуации, за этим стоит невероятная травма советского общества. Травматическая традиция. Да, вот, это травма, передающаяся другому поколению. Это страх перед изменениями, потому что они несут с собой бесконечные страдания. Поэтому идея порядка и стабильности, это слово здесь не произносится, но он мог бы сказать «стабильность», действительно была выстраданной. И в данном случае, я думаю, он вполне искренен, когда он говорит о том, что я вот за порядок, ну дайте жить, ну мы как-то приспособились к этим правилам, ну не меняйте их, потому что опять мы попадаем в ситуацию неопределенности. Что это значит? Что вы нам покажете?
Да он вам все покажет. Мы вам ничего не позволим показывать. Замолчите! Мы вам сами все покажем. Персонаж, который кажется полной противоположностью Карпухина, Смирновский, за которым стоит, видимо, сам Рязанов, и он об этом как-то говорил, он в какой-то момент осознает, что происходит. И у нас на глазах внутри фильма меняется. Рязанов описывал, что что-то подобное с ним случилось на Мосфильмовском гаражном корпоративе, на их собрании, когда он понял, что что-то все-таки идет не так. А вот фрагмент фильма, где происходит эта перемена. Я не знаю, какой я ученый, но самое обидное, что я еще и трус. Казалось бы, чего мне бояться? Но в молодости меня много били. Причем били за то, за что потом давали звания, премии. Но испугали на всю жизнь. Мне уже много лет. Пора бы уж перестать бояться кого бы то ни было. Вот Смирновский вроде бы понял и видит, что это ненормально. А почему он говорит «я трус»? Чего он боится? Но ведь это действительно такое важное поведение. Боится вот всей системы контроля, надзора. И в какой-то момент человек не выдерживает. Ведь он же говорит, да, вот сколько уже били, уж пора привыкнуть. Но мы прекрасно понимаем, что к этому нельзя привыкнуть. Он боится репрессий, боится того, что да, его снимут. Да, он боится, что он лишится всего, а он уже не молодой человек, что снимут все регалии, что вполне возможно, что он станет изгоем для средств существования и вообще парией, с которым никто не захочет общаться. И люди действительно боялись общаться с теми, кто оказывался вот таким неугодным и нелояльным. И нельзя недооценивать, в общем, трагизма этой ситуации. Это собирательный образ человека прозревающего, честного, рефлексирующего, который понимает, что он оказывается, в общем, частью этой страшной системы, к которой он относится, в общем, плохо. Это намек, я не знаю, может быть, и на Сахарова, на кого угодно, на людей, которые даже сделали карьеры, большие ученые, имели массу привилегий и все такое, но при этом осознавшие всю несправедливость ситуации и свою ответственность за эту ситуацию. Так что в этом смысле, если ты читаешь это глазами советского человека, здесь очень много подводных течений. Конец 70-х – очень плодотворное время для советского кино. В 79-м на экраны выходят блокбастеры «Экипаж» и «Пираты 20 века». По телевизору премьера «Место встречи изменить нельзя» и «Приключения Шерлока Холмса». Но дух времени скорее в тягучих драмах. «Осенний марафон», «Фантазии Фарятьева», «Отпуск в сентябре». В них показана жизнь, в которой, может быть, и есть место подвигу, но только кому он нужен, этот подвиг? Уже никто не делает вид, что строго контролирует идейное содержание фильмов. Даже цензоры просто устали. У меня все по штампу. Нормально. Закончил факультет. Филологический в МГУ. Факультет невест называется, знаете. Занимаюсь сатирой. Русской или иностранной? Нашей. По 19 веку? Нет, современной. У вас потрясающая профессия. Вы занимаетесь тем, чего нет. Вы занимаетесь тем, чего нет. Сатиры на советское общество. При этом, собственно, фильм «Гараж». Мы посмотрели много разных ярких фрагментов. Это, собственно, это сатира. А как это им удалось? Вы занимаетесь тем, чего нет. Сатиры на советское общество. При этом, собственно, фильм «Гараж». Мы посмотрели много разных ярких фрагментов. Это, собственно, это сатира. А как это им удалось? Ну, слушайте, вот по принципу не ищите логики. Где-то что-то прорывалось, где-то нет. Но если вы видели, например, фильм, снятый по прекрасной пьесе Вампилова «Утиная охота», да. Назывался «Отпуск в сентябре», где играл Олег Даль, потрясающе. Ну, я бы сказала, что в каком-то смысле она еще более страшная и более разоблачительная. Вот это абсолютно распад талантливой личности в условиях, где совершенно реализоваться невозможно. И, конечно, если сейчас посмотреть на все эти фильмы, потому что они проходили много стадий цензуры, и, там, споров и так далее, значит, я бы сказала так, перестройка – не случайное явление, и оно не только сверху. Просто само общество уже, мне кажется, да, просто подпирало и выдавливало. Вот на какие темы нас вывела веселая проблемная комедия, да. «Гараж».
Ну и дальше будем этим пользоваться, как кино говорит о времени и что это время говорит о людях. До скорого. Спасибо большое. И вам спасибо.